Вот уже длительное время скандальный продюсер находится в Америке. В США Разин приехал на лечение. У продюсера серьезные проблемы со здоровьем. Ему требовалось срочное хирургическое вмешательство. Я уехал в 2021 году, проходил обследование. У меня очень тяжелая травма ноги, об этом все знают. Получил инвалидность, основательно обследовал в Америке все свои сосуды. Они сказали, что нужна очень сложная операция, которую не могли провести ни в России, ни в Германии. Американские врачи взялись за это дело, признался Андрей Разин. 10 февраля 2022 года Разина прооперировали. Дальше последовало длительное восстановление, которое, по сути, продолжается по сей день. Несмотря на проблемы с передвижением, продюсер не уходит с большой сцены и собирается давать выступления чуть ли не по всему миру. У меня была сложная реабилитация, до сих пор расхаживаю ногу. Теряю в весе и слежу за здоровьем. Как я был гражданином России, так и остаюсь им. В настоящее время готовлюсь к большому концертному туру в честь моего юбилея, высказался Разин.